Такс. Настя и Никите. И Никите. Спасибо. Сандра Глебович. Да. Хватит веру порочить православ. Вот дожидался, долго дожидался возможности сделать какую-то пакость. Но дождался, что, в общем, говорит неплохо. Вы тоже за этим же? Нет? Ну, давайте так. А что, в общем, говорит неплохо о выдержке и о том, что у кого-то какие-то убеждения, как ни странно, присутствуют. Давайте. Но, вы знаете, вот серьезно говоря, там обижаться или как-то воспринимать это всерьез, после того, как, не знаю, там Бруно или Мигеля Сервета сожгли на костре, они же, было бы, ну, кому? Сергею, с днем рождения. Отлично. Было бы, скажем так, ну, в определенном смысле этого слова, дерзостью. Я понимаю, что этот инцидент нуждается в неких объяснениях, и объясняю, почему на меня это не произвело никакого впечатления. Потому что я знаю природу фанатиков и прекрасно понимаю, что, скажем так, эти качества, эти свойства, они должны проявляться именно таким образом, то есть злобой, всякая христианская вера, злобой, нетерпимостью и желанием что-нибудь крушить, бить и ломать. Кому? Валерии, с днем рождения. Подожди, это мы там писали. А это Сергею. А это Валерии. Валерии? Да. Угу. Угу. Ой, с днем рождения. Да. Подожди. Угу. А это так. Женя и Олеся.